Спарринг, подтягивание, брусья, жим лежа, стоя. Упражнений много. Здесь развернут маленький полигон, только вместо оружия гантелей и скамьи. Кроссфит-атлеты на пике формы перед предстоящим турниром Лиги НФЛ. Спортсмены демонстрируют отличную физическую форму и боевой настрой. Спортсмены оттачивают свои навыки до совершенства, ведь уже 21 декабря во дворце спорта МАГАС Лига НФЛ проведет свой второй турнир. Это отличная возможность для бойцов смешанных единоборств сделать шаг вперед по карьерной лестнице, повысить свой рейтинг и медийность на международной арене. Ингушские спортсмены активно готовятся к этому событию. Кроссфит-атлеты в своих силах не сомневаются, а уверенность – залог победы, говорит борец смешанных единоборств с 15-летним стажем Алик Албагачи. Я полностью уверен на 99%, что я обязан выиграть у себя дома, тем более. Вообще в каких еще боях высокого уровня вы участвовали? Ну, на данный момент я являюсь бойцом ICA, у меня контракт, еще 4 боя. А здесь просто у меня был большой простой, я решил у себя на своей родине подраться, так как давно уже не дрался здесь, местная публика, ну, чтобы и простое не было. Настроен решительно и полон оптимизма и Магомед Мальсагов. По 10-бальной шкале шутит, что готов на 11. В предстоящем турнире он встретится с бойцом из Краснодара Артуром Уваровым. Бой обещает быть зрелищным. Спортсмен рассчитывает только на победу. В профессиональном спорте он успешно дебютировал на турнире от Лиги НФЛ, который прошел в этом году 31 августа. До этого он с детства занимался вольной борьбой. На его счету немало побед. Я с 6 лет занимался вольной борьбой до 18 лет. И 18 лет перешел в ММА. И с 18 лет до 24 года выступал по любителям. 2 раза был в призерах чемпионата России. 4 раза был в финале чемпионата СКФО по ММА. Выполнил мастер спорта по ММА, мастер спорта по боевому самбо. Был в призерах на СКФО по боевому самбо. Ну, достаточно сделал в любительской. Турнир, где сойдутся спортсмены мирового класса в незабываемых поединках. Это действующий чемпион мира и бронзовый призер Олимпийских игр в Париже Габриэль Росилла и олимпийский чемпион Токио 2022, трехкратный чемпион мира Заурбек Сидаков. Помимо борцовских баталий состоятся еще 15 боев по правилам ММА с участием именитых мастеров смешанных единоборств. Для тренеров это отличная возможность продемонстрировать качество подготовки своих подопечных и продвинуть их к новым вершинам в мире смешанных боевых искусств. По физической составляющей, я думаю, наши ребята подготовились на 100%. Думаю, покажут хорошие бои. Что еще сказать? Как часто вы проводили тренировки? Ну, тренировка по физподготовке, по кроссфиту у нас в неделю проходит 3 раза. Ребята работали, тренировались в очень хорошей форме. НФЛ – это новая профессиональная лига по смешанным единоборствам, где каждый участник получит свой заслуженный гонорар за участие и победу. Физическая подготовка спортсменов на высоком уровне, но для победы не менее важна и поддержка болельщиков. Приобрести билеты можно на сайте nfl-mma.com. Амина Зязикова, Магомед Яндиев, МАГАС-24.